Похоже, в жизни принцессы Уэльской настала черная полоса. Недавно она объявила о неутешительном диагнозе. Плюс ко всему, дела ее родителей идут не самым лучшим образом. В 1987 году маме Кейт Кэрол Миддлтон основала компанию по созданию праздничного инвентаря. Данный бизнес был очень успешным вплоть до 2021 года, однако в последнее время из него начали выходить ключевые инвесторы, и дело стало убыточным. В итоге родители принцессы Уэльской признали банкротами. Кроме того, они задолжали кредиторам почти 500 тысяч долларов, которую пока не в состоянии выплатить. Мама жены принца Уильяма могла бы попросить ее о финансовой помощи, но она не собирается этого делать. Сейчас для женщины важнее состояние дочери, которая несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием. Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своем выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей. Они не хотят, чтобы их дети волновались. Кэтрин всегда была близка со своими родителями, они постоянно на связи, но сейчас любые разговоры о бизнесе моментально пресекаются, потому что Кейт нужно сосредоточиться на своем здоровье, рассказывается в источнике.